В Самаре состоялся финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. В течение сезона 2019-2020 на паркет выходили спортсмены из различных уголков губернии. Юноши и девушки боролись на внутришкольном, муниципальном и дивизиональном этапах. Лучшие сразились за право представлять регион на уровне Приволжского федерального округа. В этом году от Самарской области в турнире приняли участие 532 команды.